довольно-таки неплохой способ выделиться, сделать хороший инфоповод, это пойти на рекорд. Вам можно установить рекорд, можно попытаться его установить, можно объявить о том, что он установлен и вдруг по какой-то причине сорвался, ну и в идеале установить рекорд и написать об этом релиз, статью, новость. Это хороший повод. Релиз, вернее, рекорд можно установить как по российским стандартам, то есть русская книга рекордов, можно установить по рекордам Гиннесса. Ну и вообще рекорды — это такая привлекательная штука, что ее устанавливают все, кому не попадя. И в любой сфере. Если вы почитаете сайт рекордов, их новостную ленту, то фактически это будет такой некий breaking mat, потому что там самый, значит, высокий человек, который дольше всех пропрыгал на скакалке там, или самый длинный онлайн-тренинг состоялся там-то сям-то, ну и так далее. Короче говоря, рекорд установить и изобрести еще пиар-повод к нему – это довольно-таки сильный ход. К вашему вниманию и русская, и европейская книга рекордов Гиннесса, ну или вообще просто свой личный рекорд установить всегда можно, и рассказать об этом тоже не возбраняется. Хороших вам рекордов, удачи, играйте в футбол!